Всем привет! Сегодня я вам покажу свои покупки, очень замечательные. Они ничем не хуже, чем в прошлый раз были. И хочу сказать, что видео никак у меня не получается в полном объеме снять магазин. Не разрешают. Я украдкой снимаю для вас новинки. И вы это сегодня увидите. Я в процессе видео этого буду рассказывать, что там новое. А сейчас вы видите перед собой такой вот синего цвета кувшинчик. Кувшин даже, можно сказать. Богемия. Как в фильме, да, «Девушка без адреса». Богемское стекло. Вот. Мне никогда не попадалось оно, никогда. Я всегда это лицезрела у своей сестры, у нее разного цвета всегда они. Я еще думаю, надо же, вот ей и фужеры, и стаканы, и кувшины, а мне никогда не встречались. Даже не просто не могла купить, они мне просто не встречались. А сегодня я это увидела, и, конечно же, я его взяла. И сейчас вам покажу. Он в идеальном состоянии. Посмотрите, нанесение золота какое. Оно прям объемное такое, как 3D. И с этой стороны, и с этой. На ножке. И горлышко. Видите, как сделано. Он очень такой симпатичный, очень удобный. Его очень удобно держать. На крышке также присутствует. Сейчас я его поближе вот так поставлю. Очень красивый. Он не тяжелый, как может показаться. Нет, абсолютно. Очень удобный. Видео из магазина также будет, что-то видео успела снять, что-то фотографии сделать, будет маленькое. Так что, никак. Попалась вот такая вот маленькая красотка, кофейное трио. Вообще обычно только двоечки попадаются, а это трио. Один раз я как-то не взяла. И пожалела очень об этом. В этот раз я тоже как-то посмотрела, покрутила, поставила. Потом все-таки я за ней вернулась и думаю, нет, возьму я ее. Они, знаете, цветы какие-то вот приглушенные, но очень вот какие-то вот богатые, что ли. Не знаю, почему я первый раз от нее вот поставила и все. Это приклеенная бумага. Это Винтерлинг. По чашке проходит рельеф. Посмотрите, какие цветы красивые. Золото. Рисунок, смотрите, какое нанесение. И блюдце тарелочкой. Блюдце, посмотрите, оно как будто бы и круглое, и в то же время имеет грани. Состояние идеальное. И вот так выглядит тарелочка. Я не знаю, какой у нее объем. Наверное, миллилитров 80-100 у этой красавицы, не больше. Она небольшая, но и не мока. Вот что-то между этим и этим. Надо вот измерить, посмотреть размер ее. Очень красивая. Были еще троечки, они такие, вы их увидите на видео,
скромный такой рисунок. Мануфактуру я не поняла. Одна, по-моему, из ГДР, а вторая, ну, очень было блекло. И я, честно, не поняла. Ну, вы увидите, кому интересно, можете остановить видео и определить. Следующая вот такая вот чайная, вот такое чайное трио. Великолепное. Я его, конечно, сразу же взяла, не задумываясь. Кстати, о той троечке, о кофейной, которая была предыдущей, я не сказала, что она легкая, она просвечивается тоже, так же, как и это. Так, фонарик я не взяла. А вот как вам показать? Ну вот, видите, если обратите внимание, сверху мои пальцы. Да? Я вот затемняю. Она наилегчайшая. Это тоже Винтерлинг. Смотрите, какая. Здесь проходит такой рельефный красивый рисунок. Голубые розы. Потрясающе вообще. Кстати, здесь тоже проходит рельеф. Видите, какой. Люблю я блюдца и чашки, когда они все, ну, узоры проходят по ним. Не просто так бывает, только тарелка, да, с узором, а блюдечка нет. Я люблю, когда вот все. Посмотрите, она тоже какая рельефная вся. И тарелочка. Состояние идеальное, новые вещи, только припыленные. Такое нанесение золота. Может показаться, что это потертости. Нет, это такой рисунок. Крапление какое-то идет. Очень-очень легкое. Очень легкая, прям достойная такая. Я сейчас поближе поставлю. Вот так. Посмотрите, какая. Ну, камера не передает этого всего. Я не знаю, почему. Наверное, пора уже телефон менять. Вот так еще поставлю. Может быть, так вот бликовать не будет. И прокручу вам. Да, кстати, вот еще внутри чашки тоже цветочек. Золотая окантовка. На ручке золотая окантовка. Такие красотки. Ну и в завершении своего видео вот такие вот десертные тарелочки. Изумительные, красивые, роскошные. Ну еще какие, как можно их назвать, шикарные. Я уже уходила, и я тут как будто кто-то потянул опять пройтись по тому ряду, хотя знала, ну что там, что туда идти, там уже ничего уже нету, все, ну, то, что выложили, я уже видела. И вот, на мое удивление, стояли вот эти вот тарелки. Я еще думаю, ну, когда он успел их поставить, я же ведь заглядывала в каждую коробку, когда он распаковывал. Ну, вот, когда-то умудрился молодой человек их выставить. Посмотрите, какой изумительный рисунок. Они такие легкие. Посмотрите, какой рельеф я вам сейчас покажу. Она вся, вот эта вот часть, вся рельефная. Посмотрите.
Здесь легкий рельеф проходит. Можно подумать, что его нету, но он есть. Здесь уже такой ощутимый. Такой вот букет с мелкими цветами. Как вы думаете, что это? Это Шуман. Конечно, я не задумываясь взяла. Я люблю эту мануфактуру. Очень люблю. Посмотрите, золотом какие завитки нарисованы. Состояние новой вещи, абсолютно новая вещь. Их 6 штук. Кстати, сейчас, пока вы рассматриваете, я поближе поставлю, расскажу вам, потому что на видео я не успею этого всего вам сказать, потому быстро идет кадр. Сегодня выставили красивый сервиз, по-моему, это Тельман, если я не ошибаюсь. Он белый с такой нежно-зелеными цветочками. Я так думаю, что это кофейный. И плюс еще к нему дополнение столовый сервиз. Он полный. Туда входят 3 подсвечника. Такая штучка, на которой греется чайник или кофейник. Туда вставляется свечка, ну вы уже это знаете. 3 больших салатника. Один глубокий салатник, он как блюдо даже. 3 овальных блюда. Одно прямоугольное, такое плоское. Ну, тарелки под горячее, тарелки суповые, тарелки десертные. Вазы, по-моему, нет. Ну и вот кофейник, 6 чашек, ну и так далее. Полный весь набор. Он весь полный. Это встречается очень-очень редко. Сервизы встречаются в полном комплекте очень редко. Поэтому, когда на фотографиях у меня видят и просят только чайный, допустим, нет. Если он куплен все вместе и фотография так стоит, нет, разделить его никак не получается, потому что что-то отдельно, ну, невозможно продать, это очень люди не так берут. И еще раз повторюсь, что целые сервизы сейчас большая редкость. Что вы еще увидите на видео? Красивый чайник от Розенталь. Такие сервизы я уже с ландышами продавала, этот показывала вам, потом с голубыми цветами. А этот рисунок вы тоже вспомните. До этого была высокая ваза. Просто зеленые какие-то веточки. И вот он один чайник. Возможно, что-то еще выставит. Конечно же, если он простоит, этот чайник, и его отдельно не купят, и дальше будет сервиз, конечно же, я не задумываясь его возьму. Он очень-очень красивый. Что еще там было? А выставили много декора уже к Пасхе. Пасха еще когда будет? Да, у нас уже зайчики, птички, все это яйца уже на витринах стоят, уже радует глаз. Много хрустальных фужеров, даже с этикетками стоят, просто белые, но резные и очень-очень красивые. Сегодня выставили фужеры под вино на черных ножках и на оранжевых ножках. До этого у меня спрашивали на голубых. Теперь вот я вам говорю вот такие цвета. Увидите столовый новый сервиз. Там будет супница, по-моему, блюдо и тарелки разные. Ну, чайные 3, 2 будет новых. То, что
давно там стоит в магазине. Я еще раз повторю, я не снимала. А то многие пишут в комментариях, что я не снимаю то, что нужно, а вот это с ним. Еще раз повторюсь, я снимаю только новинки. Хотите посмотреть, что было там еще? Заходите на другие видео предыдущие и можете посмотреть. Товар до сих пор этот самый и стоит. Он никуда не делся. Его не раскупили. Ну, вроде бы все рассказала. Дальше вы увидите, посмотрите. Если кому-то что-то приглянулось, напишите мне. Я с удовольствием с вами пообщаюсь. Пишите в Инстаграм, в Директ, не пишите под комментариями. Лучше в Директ, в сообщениях, в личных. Либо в WhatsApp. Ссылка на Инстаграм у меня в описании под видео. Ну все, дорогие мои, вроде бы все вам рассказала. На этом заканчиваю свое видео. До свидания, до новых встреч. Пока-пока.